Какие-нибудь. И также Паулина, вот я звоню. А Лола шляпу меня сбивает. Сейчас посмотрим, как она драку устраивает. Она не воспринимает, что шляпа это я. Она ее грызет. Ага. По запаху она не чувствует, что ли? Да, нет. Она Александра, подарите, сейчас что делать. Дай шляпу. Такая морда. Вот ты шлёпу мою. У нас и нет. Короче, так можно целый кино красивое снять. Да. Миля. Сегодня не хочешь слушаться. Да нет, он сейчас прогуляется сам себе. Место свое знает. Там его кролик сейчас. Филечка, садись, кыш. Филя. Филя. Кыш, говорю. Кыш. Сейчас дети тебе хвост оторвут. Кыш. Давай, кыш. Бегом. Смотришь, как прыгнул. Малыш подальше, дай ему сесть. Кыш. Ну вот. Хорошо. Ага. Пара смотрит. Отдай шляпу! Это кто-то! Кто-то шляпу отдай! Отдай шляпу! Кто-то! Отдай шляпу! Кошка! Отдай! Вот мы эти голубенькие мы. Вот так. Мы на площади за рынком. А Наташка будет целоваться? Наташка. Исапель Наташка. Наташа. Я тоже Наташа. Нет. Вот так. Ну, вот. Вот маленькая. Ну, вот. Тоже Наташа? Да, я тоже Наташа.